Всем доброе утро. Друзья, поставьте по 10-бальной шкале нам, насколько нас слышно хорошо. Все ли видно, все ли слышно? О, отлично, спасибо. Всем доброе утро. То когда в чате нет ничего, кажется, что разговариваешь сам с собой. Отлично, спасибо. Доброе утро, друзья. Вы получили табличку по бактериальным болезням птиц, я надеюсь. Она, конечно, маленькая, я вам сразу сказала, она еще... Я ее только начала... так сказать, делать, но вам рекомендую продолжить. Я, как бы, это небольшая моя идея. Да, спасибо, Марина. Доброе утро. Она, как мне кажется, когда так структурируешь информацию с помощью табличек, а еще если потом ее распечатать и так на нее надо хотя бы изредка поглядывать, то вообще информация очень хорошо усваивается быстро. Спасибо, здравствуйте. Вот у нас с Республики Узбекистан постоянно тоже участники приходят. Спасибо, что вы с нами. Скоро начнем, еще немного подождем наших товарищей, коллег. Мне задавали вопросы, за вопрос по поводу эффективного средства от сорбента против микотоксинов. Я не в качестве рекламы, но поскольку задали вопрос, могу сказать, что сейчас есть хорошее проверенное средство, как раз которым мы пользуемся в Израиле тоже, от микотоксинов. Это Contratox Max, зарегистрирован в... Казахстане. Мы применяем это средство уже долгое время, проверено и очень хорошо работает. Особенно важно для тех, кто выращивает индейку, потому что индейка, она больше, наиболее чувствительна к микотоксинам. Если просто, так сказать, добавлять в комбикорма какие-то другие для отмашки, так сказать, средства, оно, конечно, не подводит другие вещества, а вот это средство очень хорошее. Что ж, сколько у нас? 58 минут, еще немного. Также был вопрос по поводу антибиотиков, которые, как назвал человек, как-то с витаминами название, биовитамины, что-то такое.
Помните, я просто не знаю на русском, как эти средства называются, которые добавляются в небольших количествах. Так вот, да, мы тоже пользуемся, конечно, когда нет, как бы видим уже, когда есть последствия какие-то. Тем более, если нужно срочно решить проблему, то пользуемся. Но это, опять же, вопрос клинического ветеринарного врача лучше ко мне. Так, немного, 59 минут. Ждем наших коллег. Вот они, видите, прибывают постепенно. Сейчас уже 52 человека. Здравствуйте всем, кто только что подключился. Ждем вас. Так, ну, я думаю, что можно начинать уже 10 часов. Начну я сегодня с болезни Ньюкасла. Начинаем, Тибор. Спасибо. Так, секундочку. Но почему именно эта болезнь? Сначала мы с нее начинаем. Она важна для птицеводства и составляет опасность по всему миру. Поражает практически все виды птиц и может причинять высокие смертности, заболеваемость. Вакцинация довольно эффективное средство, но имеет свои особенности. Самые чувствительные виды птиц – это куры, индейки. Немного таксономии. Но прежде чем я продолжу, еще хочу сказать, что сегодня я вам тоже к сегодняшнему занятию будет табличка, ссылочку на которую мы разошлем вместе с видео. Табличка по вирусным болезням, инфекционным вирусным болезням птиц, какие симптомы вызывает, характерны для каждого из указанных в ней заболевания. Тоже такой образец использования, что ли, для структурирования информации. Я надеюсь, это вам тоже поможет. В настоящее время для классификации вирусов используются две основные схемы. Это система Международного комитета по таксономии вирусов, это, так сказать, совокупная такая характеристика. И это вот то, что вы видите справа, наверное, то, к чему мы больше привыкли. Это order, family, subfamily, genus и species. Это то, что обычно у нас используется в классификации. Вторая система – это классификация Балтимора, тип генома и способ репликации. Вот та классификация, которая есть у нас справа внизу. Что же касательно вируса болезни Ньюкасла? Существует 11 видов серотипов паранексовирусов от APMV1 до APMV11. APMV1 – самый важный птичий патоген, как раз к нему относится вирулентная форма, которая выражается то, что мы как раз о чем говорим, болезнью Ньюкасла. APMV-S такие, как второй тип, серотип 3, 6, 7, могут вызывать умеренные заболевания. Второй, третий, есть кросс-реактивность и кросс-защита от болезни Ньюкасла APMV-1, соответственно, кросс-защита. С правой стороны вы видите электронный снимок вируса болезни Ньюкасла. Здесь на этой картинке схематичное изображение. Семья, этот вирус относится к парамиксовирусам, род ортоавиловирус, серотайп APMV1. Это РНК-содержащий вирус, имеет одиночную цепочку, имеет оболочку. Что важно отметить, это
Я вот вижу, Урмат поставил единичку. Это имеется в виду плохо слышно? Не, говорить громче, может быть? Насколько я поняла, меня слышно хорошо. Еще раз поставьте там, пожалуйста, оценочки, насколько хорошо слышно. У нас с правой стороны мы отлично, 10. Ну, прекрасно, тогда мне нужно. А, вот видите, у кого-то не очень хорошо, это, наверное, нужно... у вас какая-то ваша местная проблема, проверьте, пожалуйста. Здесь мы видим на... Полина Павлова, плохо не слышно. Друзья, проверьте у себя. Так, значит, то, что важно нам на этой схемке, это то, что F-fusion протеин есть, о которых мы будем говорить дальше. Матрикс протеин, где они находятся, и эмоглютинин нейраминидаз протеин. Какие же биологические свойства у этих вирусов? Активность гемагглютинина, связывание, что, какая его биологическая функция, связывание с эритроцитами клеток хозяев через рецепторы. Активность нейраминидазы разрушает рецепторы сиаловой кислоты и предотвращает агрегацию вновь образованных вирусов, вирусных частиц. То есть, как бы, что позволяет преодолеть активную защитную реакцию организма. М-белок тоже важен, так как он самый распространенный и служит для образования новых мирионов, как бы такая движущая сила. Здесь схематично, как образуется с правой стороны, схематично, как происходит процесс репликации, связывание репликации. Болезни Касла. Уровень заболеваемости и смертность зависит от вида птицы, вида вируса, условий содержания, уровня напряженности иммунитета после вакцинации. Болезни редко диагностируются у уток, но являются возможной причиной снижения продуктивности и проблем с вертильностью. Кстати говоря, я в разных источниках я вижу, что где-то пишут, что особенно он поражает, ну, точно так же, как кур, вернее, с той же силой, как индюшек и кур. А кто-то говорит, что вообще не утки не болеют. Я склоняюсь ко второму, конечно, к мнению клинических ветеринарных врачей. У нас существует несколько форм течения болезни Ньюкасла. Это галогенная форма, наиболее вирулентная, висцеротропная галогенная, нейротропная галогенная. Мезогенная форма средней вирулентности и лентогенная умеренная вирулентность, которая выражается в асимптоматической форме. И клинические признаки заболевания, как я уже сказала, зависят от таких факторов, как вид вируса, его вирулентность, вид птицы, возраста, влияние других инфекций, стресса, количество вирусов зараженных при заражении, инфекционная доза и вид вируса. Мы видим, наблюдаем, можем наблюдать высокую смертность без клинических признаков, угнетение, понос, хрипы, насморк, отек головы, конъюнктивит. То, что вы видите на рисунке, на картинке справа, это характерное выражение этой болезни, когда птица начинает вертеть головой, так, как выражаются многие клинические ветеринарные врачи. Лентогенный тип выражается в легких симптомах поражения системы органов дыхания. Так. Асимптоматический тип без клинических признаков. Болезнь Ньюкасла имеет несколько типов течения. Это висцеротропный вирус, когда вирус поражает внутренние органы. Нейротропный вирус поражает нервную систему, и
сероторопный тип, когда со средней патогенностью, с признаком поражения системы дыхания, нервной системы. При поражении нервной системы мы видим паралич, вывернутая голова, снижение яйценоскости. Вирулентность вируса определяется смертностью таким биологической пробой, так называемой, когда смертностью зародышей возраста меньше 60 часов это отличается велогенная форма. Когда смертность зародышей между 60 и 90 часов это мезогенная форма, и смертность зародышей возрастом больше 90 часов – это лентогенная форма. Как же заражается птица? Это прямое заражение при контакте больной птицы и здоровой. Помет, через помет, помещение, воду, при передвижении человека и птиц, перевозка продуктов из мяса птицы, передвижение различных животных. Обычно время инкубации, имеется в виду болезни, от 2 до 15 дней. Иммунный ответ идет сначала первичный, местный, клеточный и вторичный гуморальный между 6 и 10 днями. Здесь вы на фотографии видите, как выглядит яйцо от больной птицы болезнью Ньюкасла. Диагноз мы ставим на основании клинических признаков. Клинические признаки очень разные, и поэтому диагноз должен быть подтвержден лабораторным анализом. Здесь несколько фотографий, как мы видим выражение болезни Ньюкасла при патологоанатомическом вскрытии, кровоизлияние на месте соединения железистого и мышечного желудка, также кровоизлияние на железистом желудке, ну и вот такие характерные признаки геморрагии на гребешке у птицы с левой стороны. Как мы делаем профилактику? Существует несколько штаммов, используемых в вакцинах. Они снижают проявление клинических признаков, предотвращают острое течение болезни. Но полевой вирус бывает настолько силен, что может все равно заражать птицу, но в то же время он не убивает вакцинированную птицу. И в этом состоянии размножение существует в органах, и вирус выделяется в окружающую среду. То есть даже у вакцинированной птицы, даже вакцинированная птица может заражаться. Гомологичные вакцины, они предотвращают заражение, размножение и выделение в окружающую среду. То есть, естественно, гомологичные, когда антиген полностью соответствует к антигену вакцины, вакцины работают гораздо лучше. В лабораторной диагностике мы применяем несколько методов. Естественно, это выделение вируса из внутренних органов, мозга, кишечника, клаки, смывы из дыхательных путей. То есть на первой картинке вы видите сверху, как яйца заражают. И затем уже собирают патоматериал на нижней картинке. Я привела здесь вам статью, где подробно рассматривается, какой ПЦР-метод, Real-Time Reverse Transcription, PCR, используем даже сегодня. Что это означает? Что мы практически никогда не покупаем коммерческие наборы, то есть киты, так называемые наборы, уже готовые наборы. Мы обычно используем homemade, так называемые, сделанные дома. То есть, кстати говоря, поставьте, пожалуйста, единички, кто пользуется диагностическими наборами, готовыми диагностическими наборами, и двоечки те, кто заказывает все компоненты сами, делает все необходимые затем проверки и использует в работе
Вот единички. Да, вот видите, большинство, конечно, из вас используют диагностические наборы готовые. Ну, естественно, это гораздо проще для работы. В то же время у вас всегда есть возможность, естественно, заказать все реагенты. Вот, предположим, вы берете вот эту статью и ее читаете и заказываете все необходимые составляющие. Единственное, что, конечно же, в любом случае мы всегда должны делать валидацию. Что же мы делаем на первом этапе проверки при диагностике? На первом этапе мы обнаруживаем вирус болезни Ньюкасла, его консервативной области гена матричного белка N. То есть на первом этапе мы отвечаем на вопрос вообще, если вирус Ньюкасла выделяется ли он в данном случае. На втором этапе, после того, если у нас есть ответ «да», мы начинаем дифференциацию вируса лентогений или вилогений, то есть это вакцинный штамм или это вирус патогенный. С помощью гена Fusion F, который кодирует сайт расщепления и обнаруживает специально вирулентные изоляты вируса. Затем также у нас есть сет праймеров на ген М, обнаруживающий вакцинный штамм. Вот конкретная как бы рекомендация. Пожалуйста, тот, кто захочет освоить и сам сделать эту реакцию, очень даже можно. Мы пользуемся, как я уже сказала, homemade диагностическими наборами, проводим валидацию, калибровку наборов, что само по себе несложно, ну, не то чтобы элементарная, но стандартная процедура, которую мы должны делать, даже если вы покупаете стандартные наборы, то есть коммерческие наборы, покупные, уже готовые. Все равно, несмотря на то, что вы купили набор, вы обязаны, прежде чем им начать пользоваться, проверить, насколько он хорошо работает. Потому что из нашего опыта, и если вы когда-либо проводили сами, вот если вы пользуетесь наборами, скажите, поставьте троечки, тот, кто их делает, валидация, калибровку, прежде чем начинает пользоваться. Это обязательная процедура, потому что то, что вам поставили набор, это совсем не гарантирует качество того, чего вы получили. Да, вот отлично, спасибо. И это подтверждает снова и снова. Мы, например, проводили совсем недавно быстрые, как бы проверку на быстрые тесты, на бешенство. И казалось бы, такое, ну, с другой стороны, все заболевания важные для своей сферы. И там из шести проверенных наборов там работал только один, а второй работал так иногда, выборочно. То же самое происходит и с готовыми диагностическими наборами в других областях тоже. То есть, пожалуйста, никогда не доверяйте, всегда проверяйте. То есть и доверяйте, и проверяйте одновременно. Определение. Мы во время валидации, калибровки определяем чувствительность и специфичность. Делаем разведение проб и смотрим, насколько флуоресценция, которую мы читаем после этого, соответствует тому разведению, которое мы сделали. Выдается формула, но это автоматическая как бы функция любого аппарата.
И калибровка проводится каждый раз при получении новых реагентов или наборов праймеров и проб. Если есть клинические признаки, мы берем с каждого корпуса, берутся пробы у больных подозрительных птиц, около 25 трахеальных и 25 колокальных проб мазков. Для очистки РНК помещаем по 5 свобов в 1,5 мл изотонического раствора, делаем вортекс и на очистку РНК берем от 140 до 200 мл, микролитров, в зависимости от того набора, которым вы пользуетесь. Они, конечно, бывают, варьируются. Мы пользуемся кваджным набором, поскольку сделали валидацию и увидели, что именно на эти наборы кваджин, да, они дорогие, но и работают очень хорошо, лучше, чем другие, которыми мы пользовались одновременно. Как я вам говорила, есть на первой лекции метод торможения гомогаллюцинации, которым мы активно пользуемся для мониторинга качества вакцинации. Как бы есть возможность его использовать и для инфекционного бронхита, но там он к сожалению, есть там несколько технических проблем. Нужно специально обрабатывать антиген и для проверки и напряженность иммунитета после вакцинации инфекционным бронхитом мы не делаем, но для Ньюкасла и гриппа мы нашей лаборатории, которые непосредственно помогают предприятиям заниматься мониторингом качества вакцинации, они на постоянной основе пользуются этим методом. Реакция торможения гемагглютинации – это традиционный метод, который мы используем для различных аспектов глобального эпиднадзора за болезнью Ньюкаслом, гриппом, диагностикой антигены, для диагностики иногда, как бы для первичного анализа ситуации, и затем в качестве первого теста. И затем мы уже продолжаем использовать ПЦР-диагностику для подтверждения диагноза. Используется для оценки иммуногенности и перекрестной реактивности ежегодно вакцины против гриппа обязательно. Анализ является относительно недорогим, простым в выполнении, но отсутствие стандартизированных реагентов и согласованных методик приводит большой вариабельности между лабораториями. Друзья, кто сегодня на сегодняшний день пользуется этим методом для мониторинга качества вакцинации, поставьте, пожалуйста, пятерочки. Насколько широко используется этот метод у вас? Марина, да, Марина, конечно, у вас все, я думаю, что у вас не только это есть, все, что хотите. А вот непосредственно на предприятиях и в обычных лабораториях, скажем, в районах и так далее. Отлично. Здесь вы видите на фотографии справа наверху такой робот, полуробот, который позволяет делать действительно мониторинг больших количеств проб обрабатывать. Дифференциальная диагностика. Мы различаем между холерой, гриппом, авибактерией, инфекционной ринотрахеит, инфекционной ларинготрахеит, колисептицемия, отравление, грибковая инфекция. И я бы сказала, ремериалана типостифи тоже имеет схожие признаки. Кстати, лечение. Мы знаем прекрасно, что обычно лечения от вирусных болезней нет, но я знаю, что наши специалисты в качестве лечения порой используют
распыление живой инактивированной вакцины. И эффект наблюдается через 4-5 дней. Что ж, друзья, давайте перейдем к птичьему гриппу. Это болезнь, которая может протекать очень тяжело, как у животных, так и у человека, с большим социальным и экономическим влиянием на страны и на весь мир. Про ген... Да, я вижу, Наталья, ваш вопрос, но сейчас, к сожалению, я не... давайте я подготовлю этот ответ на следующий, на ген L. Мы обычно особенно не пользуемся, я выясню насчет, посмотрю, что, какая у нас есть информация в научной литературе. По оценкам ВОЗ, от всех вариантов вируса гриппа во время сезонных эпидемий в мире ежегодно умирает от 250 до 500 тысяч человек. На самом деле, и некоторые годы число смертей может достигать миллиона, что тоже немаловажно. Это болезнь системы дыхания, которая поражает все виды птиц, семейство артемикосовирусов. Вирусы Эй поражают птиц, животных и человека. Различают между подтипами вируса с помощью антигенов, гемагглютининов и нейраминидазой. Мы сейчас обсудим это, Наталья. Известны три группы вируса. Группа Б поражает человека. Группа С поражает человека и свиней. Группа А поражает птиц, животных и человека. Свойства вирусов группы А характеризуются с помощью подтипов двух поверхностных антигенов вируса, гемагглютинин 15 подтипов и нейраминидаза 9 подтипов. Существуют различные сочетания этих двух составляющих. Так выглядит вирус. Это плеоморфный вирус, имеет много форм. Гемагглютинин – это поверхностный белок вируса и обеспечивает способность вируса присоединяться к клетке хозяина. Антитела гемагглютинина обеспечивают основной иммунитет против вируса. Нейраминидаза помогает вирусным частицам проникать через секреты слизистых. Птичий грипп разделен на серотипы, как я уже сказала, в соответствии с количеством разновидностей нейраминидазы и гемагглютининов. То есть возможны различные сочетания этих двух. Вот на этой табличке вы можете посмотреть, какие из типов, сабтипов, каких хозяинов поражают. И возможно сочетание между, различные сочетания между ними. Вирулентность вируса низкая, бывает низкая, это не вирулентный вирус, высокая вирулентность вируса, а также вирус высокой патогенности, который считается тот, который имеет H7, H5. То есть гемагглютинин сабтайпа H7 и H5. Строение белковой оболочки вируса определяет высокий индекс вирулентности или вызывающий повышенную смертность, порядка 75% от особи. Вирулентность вируса. Низкая – это та, которая меньше 75% падежа в тесте на летальность, которая проводится интравенно. Должны подвергаться, такие вирусы должны подвергаться секвенированию на наличие базовых множественных аминокислот вместе кливажа гемагглютининовой молекулы.
если рисунок аминокислот сходен с тем, что наблюдается в других ранее выделявшихся вирусах гриппа птиц высокой патогенности, исследуемый изолят должен признаваться в качестве вируса гриппа высокой патогенности. То есть мы низкопатогенные вирусы тоже должны исследовать на присутствие мест, которые могут подвергаться мутациям. При низкой вирулентности мы видим признаки поражения дыхательной системы, снижение яйценоскости, смертность низкая до средней, в зависимости от вторичных инфекций и наличия других вирусов. Высокая вирулентность – это высокая смертность с клиническими или без клинических признаков. Она может достигать 100% в течение 72 часов. Также можем наблюдать полное прекращение яйценоскости. Стоит ли подтверждать положительную пробу ПЦР на вирулентный штамм Ньюкасла другим методом? Положительную пробу на вирулентный другим методом. Смотрите, у нас универсальный метод есть. Если у вас есть какой-то вопрос, то ли это Ньюкасл, то ли это грипп, любой другой патоген, если у вас есть вопрос подтверждения, мы всегда пользуемся отличным способом, это sequence. То есть, что он вам дает? Это не только составляющую, геномную составляющую, которую вы потом, вернее, можете сравнивать, использовать в этот момент. Вы можете эти данные использовать в будущем для того, чтобы определить источники заражения. То есть, мы таким образом можем использовать данные других людей, других, кто вносит вот эти вот данные по секвенсам в разных частях мира. Мы можем зайти в генбанк и сравнить то, откуда, какому из типов вируса, в какой части страны, вернее, мира есть такой же патоген. Этот инструмент очень широко используется, и обычно у нас, во всяком случае, он очень доступен. И у вас тоже доступен, просто нужно отработать эту процедуру, скажем так, знать, что вы делаете в таком случае, когда вам требуется подтверждение. Это, ну, я бы сказала, самое серьезное подтверждение, которое вы можете получить на своем месте. То есть мы берем вирус, делаем ПЦР, обычный ПЦР, стараемся получить отрезок генома побольше, не тот, который идет в real-time PCR. В real-time PCR у нас обычно короткие участки, мы получаем максимум 300 пар base pairs. Но если мы используем обычный ПЦР, то это 500, там 600, 800, 1000 и так далее. Я вас на прошлом реакции РЭК, расшифруйте, пожалуйста, я в русских просто сокращениях не очень вообще, что имеется в виду РЭК. Это метод, который секвенирование не сложнее, чем обычный ПЦР. Просто единственное, что само секвенирование вы должны отправлять куда-нибудь там. Но я не думаю, что это какие-то заоблачные цены. Просто подготовка пробы от вас требуется и знать, куда отправить, для того, чтобы вам это сделали. Это вполне вирусоляция на куриных эмбрионах. Ну, вирус изоляции на куриных эмбрионах – это, конечно, gold standard. И если у вас есть в этом потребность, это можно сделать. Это что нам дает вирус изоляции? Мы же вирус изолируем, скажем, да? Но все равно
Затем проверяем на ПЦР. То есть у нас в лабораториях, которые выделяют вирус, присылают нам все равно вот эти пробы после выделения вируса. И мы опять же проверяем на ПЦР характеристики его. Опять же тем же секвенсом, понимаете? Получается, что мы как бы не вместе сочетаем эти методы вирусоизоляция и Марина, напишите, пожалуйста, у Марины, если у кого вы, я надеюсь, меня слышите, у Марины пропал звук. Если же все слышно, напишите ей, что звук есть. Значит, у нее уже там какая-то проблема. Вот. То есть после вирусоизоляции на куриных эмбрионах мы все равно делаем секвенс, так или иначе. Отлично, есть звук. Клинические признаки зависят от вида вируса, вида птицы, стресса, возраста, дополняющих влияющих факторов. Мы наблюдаем конъюнктивит, насморк, хрипы. Конечно же, болезнь это с признаками поражения системы дыхания, опухание головы, снижение тяжести, угнетённое состояние, признаки поражения нервной системы. Патологические признаки – это воспаление желез желудка, воспаление желудочка, воспаление воздухоносных водных путей, кровоизлияние во внутренних органах, воспаление легких, воспаление воздушных мешков, кровоизлияние наружное в районе гребешка и сережек. Определение вирулентности с помощью биопробы, смерть из 6 эмбрионов из 8 в возрасте 4-6 недель после инъекции аллантоидной жидкости, содержащей вирус, характеризует высоковирулентный вирус. В строении антигена есть место с последовательностью аминокислот, позволяющей мутацию и последующее превращение в суперпатогенный вирус. На сегодняшний день патогеном считается вирус, имеющий H7H5. Так, это уже было. На этой схемке мы видим, что вирусы могут, так сказать, осуществлять генетический ресортмент и обмениваться антигенами, так сказать, генами. И как вы здесь, вот на верхней слева картинке, вы видите, что два вируса, принадлежащие, один принадлежащий человеку, другой утке, они обмениваются, заражают, например, эту свинью и обмениваются антигенами. В результате получается вирус, который может заражать человека. Подведем итоги того, что мы сказали. Вирус может мутировать на уровне РНК, может стать суперпатогеном. Два вируса одновременно могут обменяться гены и образовать огромное количество вариантов. Непатогенный вирус может быть патогенным у индюшек и причинить огромный ущерб, включая мачное стадо. Такая мутация может причинить огромный экономический ущерб. Но это мы как раз и наблюдали в прошлом году, позапрошлом году на предприятиях, выращивающих индюшку. Уже имеются факты таких мутаций, когда переход от вируса от свиньи, были осуществлены переход от свиньи, птицы к человеку, через птицу к человеку. Есть подтверждение о переходе вируса от уток к человеку. Необходимо помнить, что вероятность перехода вируса от животных и птиц к человеку хоть и невелика, но существует. Диагностика. Мы берем пробы из клоаки, пробы из трахеи по той же схеме, как я вам говорила в
про болезнь Ньюкасла, то есть по 25 из клоаки, по 25 из трахеи, с корпуса. И практически та же схема. Делаем изоляцию, очистку РНК, которую используем затем передачу вируса от человека птице. Да. Поэтому в правилах биобезопасности, друзья, извиняюсь, в правилах биобезопасности существует как раз упоминание об этом, чтобы люди с симптомами гриппа не приходили на, мягко говоря, не приходили на птицеводческие фермы. Есть такая вероятность. Если мы можем, конечно, есть у нас ELISA, но это дорого, быстро, но не специфично. HI мы используем гемагглютинацию для это быстро, дешево, не специфично, для мониторинга обычно используется. И глютинация в геле это дешево, быстро, не специфично тоже зачастую. Есть также иммуноанализ с захватом антигена, вот такой быстрый экспресс-тест. Мы им не пользуемся, но это существует. Затрудняюсь ответить на этот вопрос от вакцинации сотрудников вакцин. И переходит, ваш вопрос, переходит ли вирус, живой вирус после вакцинации? Теоретически, почему нет? Я думаю, что может перейти. Практически, я думаю, действительно желательно какой-то карантин выдерживать, чтобы активный период вакцинации, именно после вакцинации, человек посидел дома. Лучше всего подходит для тестирования больных или мертвых птиц вот этот метод, потому что требуется довольно большое количество вируса. Этот метод мы не используем в то время, когда у нас есть более... Но для экспресс-теста, когда нет других вариантов, в какой-то степени может подойти. Преимущество этого теста – он быстрый, 15-20 минут, довольно специфичный, никаких специальных средств не требуется, стоимость варьируется от 8 до 25 долларов. Его недостатки – это умеренная чувствительность, он не очень чувствителен, но есть ложноположительные результаты, обычно, когда есть бактериальное загрязнение образца. И наблюдается низкая чувствительность в вакцинированных популяциях. Птица, реагирующая положительно в серологических методах диагностики, не позволяет определить подвид вируса. И на сегодняшний день, конечно, используют серьезные разногласия по поводу использования вакцин, но, опять же, это лучше клинический врач может нам, так сказать, осветить эту тему. Необходимо предотвратить превращение стада птиц в очаг источника заражения, естественно. Важно объяснение и обучение среди населения. Общее взаимодействие – это путь к успеху. Предотвращать занос вируса в страну и хозяйство, конечно же, очень важно. И при опасности, когда известно, что в соседних городах есть какие-то, или местах есть какие-то подобные симптомы вируса гриппа, сокращать перемещение птиц, продуктов, отходов и так далее. Соблюдение биобезопасности.
В Израиле у нас вакцинируют инактивированные вакцины H9, N2, индюшку и бройлеров. Конечно же, вакцинация не предотвращает заражение от другого подвида вируса. Несколько фотографий, как выглядит птица больная гриппом. Это характерные геморрагии на гребешке, так как вирус имеет способность склеивать эритроцит. Вот характерный такой вид. Что ж, мы переходим к инфекционному бронхиту. Это инфекционный бронхит вызывается коронавирусом. Это РНК-содержащий вирус. Выживает в окружающей среде без носителя от нескольких дней до нескольких недель. С правой стороны схематическое изображение его строение. Инфекционный бронхит антигена высоко изменчив, как вы знаете. Новые серотипы продолжают появляться снова и снова. Есть около 8 серогрупп. Эти различия обусловлены структурными различиями в шипных белках фракции S1. Здесь вот мы видели как раз его, этот S-протеин, так называемый. Возбудитель S1 белок высокоантигенный. S1 белки имеются около 2 десятков антигенных вариаций. Инфекционный бронхит, заболеваемость может варьироваться от 50 до 100%. Вирулентность вируса зависит экономический ущерб зависит от вирулентности вируса, возраста птицы. Смертность может достигать 25% в зависимости от наличия вторичных инфекций. Также клинические и патологические признаки могут зависеть от предварительной вакцинации, вакцинации материнского иммунитета. Если осложняющие инфекции, микоплазма, эшерихия коли, болезни опасны. Характеристики инфекции. Время инкубации от 18 до 36 часов. Заражение происходит через конъюнктиву, верхний дыхательный канал. Очень заразный вирус, передается с воздухом. Низкая смертность, при смешивании с другой инфекцией высокая смертность. Некоторые птицы могут быть носителями до 1 года. Плохое вентилирование и высокая плотность являются предрасполагающими факторами. Клиническими признаками УКУР является прежде всего, болезнь системы органов дыхания, хрипы, понос, конъюнктивит, проблемы с дыханием, проблемы с привесом птицы и полноценным использованием корма. Мы наблюдаем снижение циноскости, изменения в почках, проблемы при охлаждении, высокой плотности посадки, естественно, начинаются. Птица заражается в молодом возрасте. Вот так выглядит яйцо от снесенной больной птицы. Патологоанатомические признаки, изменения в почках, интерстициальный нефрит, некротические очаги в почках, воспаление воздухоносных путей, пробки в бифуркации, воспаление легких, потеря мерцательного эпителия, кистозный яйцевод. Когда у нас есть слишком, после вакцинации вакцина работает слишком сильно, то есть она более
вирулентна, чем должна быть, то как раз вот это будет пробки в бифуркации являются характерным признаком. То есть у птенцов вы, открывая бифуркации, вы найдете такие белые пробки. Ну, то есть, собственно, вот это характерная черта этого заболевания. Диагноз ставят на основании клинических признаков, патологоанатомических признаков. Серологию можем проводить. ELISA, HI, но она проблематична, как я уже сказала. Также делаем выделение вируса, определение серотипа, проводим и ПЦР. Выделение вируса делается на эмбрионах, культурах клеток органов дыхания. При реакции прецепитации используется трихиальный эксудат. Мы определяем группу, серотип. С ПЦР, конечно, все те возможности, которые у нас есть для других болезней, которые я говорила раньше, для Ньюкасла, для гриппа. Естественно, ПЦР позволяет, это универсальный метод, который позволяет делать диагностику быстро, точно, и соответственно, и еще имеется возможность сделать секвенирование различных участков вируса и таким образом подтверждать полученные ранее результаты и делать еще эпидемиологические исследования. Вакцинация проводится, желательно использовать необходимый серотип, который актуален для данного хозяйства. Бройлеры делаются вакцинация в однодневном возрасте. Несушкам и маточному стаду за месяц до начала яйцекладки. У нас есть в распоряжении живые и инактивированные вакцины. Патологоанатомические признаки – это легкое умеренное воспаление дыхательных путей, отек трахеи, трахеит, аэросакулит, пробки в бронхах, почки и бронхи могут быть опухшими, и у них у мочеточников могут быть ураты. Вот как здесь на этом наблюдаться, на этой фотографии. Для создания продолжительного напряженного иммунитета у взрослой птицы ремонтный молодняк кур, как правило, за месяц до начала яйцекладки, иммунизирует инактивированной вакциной, чаще для иммунизации используют комплексные трех- или четырехвалентные вакцины. Инфекционный ларинготрахеит. Это вирусное тоже заболевание, естественно, часто встречающиеся у кур, также наблюдается у других птиц. Подавляющее большинство вспышек происходит в стадах старше 45 дней. Бывает заболевание диагностировано в стадах более молодого возраста. Патогенность вируса может варьироваться. Заражение происходит через верхние дыхательные пути и конъюнктиву. Заболеваемость может достигать 100%, от 50 до 100%. Выздоровевшие привитые птицы являются долгосрочными носителями. Смертность обычно составляет от 10 до 20%, но может иногда и достигать 70%. Течение заболевания составляет до 6 недель. Вирус обладает высокой устойчивостью к условиям окружающей среды, но чувствительным дезинфицирующим средством. Предрасполагающими факторами являются стресс в результате перевозки, достижение момента начала яйценоскости. Также характеристики заболевания – это респираторное заболевание более старых птиц.
передача между фермами может происходить воздушными частицами или механически. В стадии наблюдается довольно медленное горизонтальное распространение. Обычно поражает не сушек, так как бройлеры после 45 дней уже отправляются на забой. Это вирус, это ДНК-содержащий вирус, семейство герпес-вирусов. Особенность этой болезни заключается в том, что она появляется сначала у нескольких птиц и медленно распространяется по всей группе за 2-4 дня. Смертность от этого заболевания невысокая. Главная проблема с этим заболеванием заключается в том, что как только птица ослабевает под влиянием инфекции, этим состоянием пользуются вторичные инфекции. Тяжесть клинических признаков и смертности варьируются в широких пределах в зависимости от иммунного статуса, начальной дозы, инфекционной дозы заражения, возраста птиц, вирулентности вирусного штамма, сопутствующих инфекций, факторов окружающих среды, которые отрицательно влияют на дыхательную систему. Падеж постепенно увеличивается, может наблюдаться падеж до сотни голов в день. Как правило, вспышки выражены у более взрослых птиц. На этом снимке вы видите характерное такое вытягивание головы при поражении воздухоносных путей. Некоторые птицы вытягивают шею, пытаясь дышать. При остром течении болезни птица дышит ртом, есть кашель и хрипы. Больная птица угнетена, у нее опухшие веки. В тяжелых случаях на веках и коже вокруг глаз видны прилипшие сухие глазные выделения, покрасневшие конъюнктивы и водянистые, так сказать, глаза от слезных выделений. Кашель с кровавой слизью является характерным клиническим признаком, который встречается у птиц с сильно выраженной трахеей. Кровавая слизь может быть видна и вокруг клюва, и во рту, одышка, кашель слизи и крови, падение стеноз кости, синусит, выделение из носа. Бывает, когда даже у штаммов с низкой патогенностью. Поражение трахеи у инфицированных птиц различают по типу в зависимости от тяжести и стадии инфекции. В некоторых случаях слизистая оболочка гортани трахеи лишь слегка покрасневшая, а просвет трахеи может содержать небольшое количество желтого эксудата. Такой, с правой стороны вы видите снимок, такая покрасневшая трахея как раз и является источником для взятия проб. Мы вскрываем, немного соскабливаем вот это содержимое и используем для того, чтобы, так сказать, делать уже диагностику, лабораторную диагностику. Слизистая оболочка гортани, трахея геморрагическая, желтым кровавым пенистым толстым эксудатом на поверхности слизистой оболочки в просвете. Вот. Вы видите различные выражения этого. Эксудат может частично и полностью закрывать просвет гортани или просвет трахеи, что приводит к смерти от удушья. Обычно поражение наблюдается в одном или обоих легких инфицированных птиц. Легкие краснеют, и поверхности разреза могут выявлять белые или желтые выделения в дыхательных путях, бронхах. Вакцинация. Птицу вакцинируют двукратно. Вторая вакцинация не позднее 4 недель перед началом яйцекладки. Вакцинируют, естественно, только здоровую птицу. Вакцинация аэрозольная, клавачное применение также есть. Конъюнктива глаза с водой, живая лифилизированная вакцина. То есть есть варианты. Локальное воспаление вследствие локальной репликации вируса ларинготрахеит – это то, что вы наблюдаете на этом снимке. Это поражение можно наблюдать в тех случаях, когда вакцина вводилась в клоаку.
То есть мы, с другой стороны, мы можем проверить, что действительно процесс идет, что вакцина начала работать. Карантин. Меры борьбы – это, конечно же, карантин. Держите восприимчивую непровакцинированную птицу отдельно от вакцинированных или выздоровевших птиц. Вакцинация, если энзоотическая или эпизоотическая, обстановка в районе после 4-недельного возраста. Естественно, мы должны соблюдать правила all-in, all-out, то есть полное заселение или, наоборот, освобождение помещений. Применяйте принципы строгой биобезопасности в помещении, перемещение оборудования или материалов между корпусами, вернее, да, помещениями. Ой, секунду. Лабораторная диагностика. Real-time. Мы проводим real-time PCR. Берем соскобы с прожеванных дыхательных путей, так как я вам объяснила. Мы обычно берем около 5-6-7 проб с корпуса от птицы, которая имеет клинические признаки, то есть подозрительные птицы. И при вскрытии, конечно же, мы наблюдаем, смотрим, есть ли клинические признаки этого заболевания, то есть покрасневшая трахея. Если все нормально, мы собираем содержимое и пытаемся получить эпителий именно с трахеей для продолжения выделения геномного материала вируса. Опять же, у нас есть, естественно, все возможности провести и real-time PCR, и обычный PCR для последующего секвенирования, если есть такая необходимость. Мы продолжим сейчас говорить о птичьей оспе. Это определение вирусное, медленно распространяющееся заболевание домашней птицы и у многих других птиц, характерные, имеющие характерные кожные поражения. Это дифтерийные поражения верхних пищеварительных и дыхательных путей. Обычно системную инфекцию мы можем наблюдать у канареек. Это большой ДНК-вирус, род авипоксвирус, содержит несколько видов, специфических для птичьего хозяина. На этих картинках вы видите различные проявления заболевания. Вирус обладает высокой устойчивостью и может выжить в течение нескольких лет в высохших струбьях кожи. Трансмиссия вируса механическая, на поврежденную или порезанную кожу, если попадает вирус, то, естественно, будет заражение. На слизистых оболочках, при травмах, манипуляциях, укусах насекомых, передача через аэрозоль тоже возможна. Некоторые пораженные птицы могут стать переносчиками, и болезнь имеет тенденцию сохраняться в течение длительного периода в разновозрастных стадах домашней птицы. Узелковое образование на коже без оперения. Это то, что вы видите на этих картинках. Сверху, на фотографии сверху, фибрино-некротические пролиферативные поражения слизистых оболочек, мембраны верхних дыхательных путей, рта и пищевода. Вот такая дифтерийная влажная форма, как видите с правой стороны на нижней фотографии. Кстати говоря, напоминает немного поражение от микотоксинов,
Микотоксины тоже похожи, да, довольно-таки картина бывает на внутренних слизистой рта. Заболевание также может быть связано с падением производства яйца и повышенной смертностью. То есть при нем наблюдаются эти явления. Только кожная инфекция обычно вызывает низкую и умеренную смертность. И эти стада обычно возвращаются к нормальному производству после восстановления. То есть, если вирус невысокопатогенный, то можно, заболевание протекает более мягко. При высокой смертности обычно наблюдается, высокая смертность обычно наблюдается при дифтерийных и системных формах течения болезни с более тяжелыми поражениями. Кожные дифтерийные поражения должны быть подвержены, вернее, могут быть, мы можем также провести гистопатологические исследования. Гистопатология, для гистопатологии используются ткани. Мы наблюдаем гиперплазию, гипертрофию, так называемая баллонная дегенерация эпителия с эозинофильными цитоплазматическими тельцами, включениями, так называемыми тела Боллинджера. Выделение вируса мы делаем с помощью инокуляций хориоаллантоидной мембраны развивающихся куриных эмбрионов в возрасте 9-12 дней. ПЦР очень эффективен даже для обнаружения очень маленьких количеств вирусной ДНК. Вакцинации. Клеточный и гуморальный иммунитет обеспечивают защиту. Благодаря длительной стабильности вируса в окружающей среде вакцинация – это основная профилактика. Живая вакцинация из куриных эмбрионов или тканевых культур используется для иммунизации. Обычно цыплят вакцинируют крыловую перепонку живой аттенуированной вакциной в возрасте от 1 до 2 месяцев. Справа вы видите иглы, которые пользуются для проколов. И чуть ниже и фотография как раз как это делается. И самое низкое мы проверяем, можем проверить качество проведенной вакцинации, поскольку можем наблюдать вот такие пустулы вот, после проведения вакцинации. Лабораторная диагностика. Что же мы берем для выделения, для проб? Это ткань, поскольку мы пользуемся наборами, выделяющими, очищающими геномный материал из тканей, мы берем именно гребешки и берем именно ткань, как бы срезаем, делаем срез именно с тех пор, с тех мест, где есть поражение. Берем часть пораженного гребешка у инфицированных птиц. Используем на сегодняшний день метод ПЦР, real-time ПЦР. Серологические методы тоже, конечно, возможны, но они гораздо менее эффективны. Что ж, друзья, на сегодня мы прошли с вами около, вернее, 5 болезней, вирусных заболеваний. На следующем занятии мы пройдем еще 5 или 6, в зависимости от времени, насколько больше об эффективности векторных вакцин, существителя вероятности гриппа. Вот, да. Смотрите, Игорь, векторные вакцины, они же существуют тоже не просто так, они вполне имеют право на существование. Но, опять же, нужно, во-первых,
если сказать в общем, конечно, векторные вакцины, они эффективны, они созданы, создаются и созданы не просто так для ничего, но нужно конкретно говорить о каждой вакцине. Каждая вакцина имеет свои характеристики и требует проверки. Поэтому, если бы по поводу вакцин, здесь я предлагаю и говорила, что нужно конкретно рассматривать каждую вакцину. Если говорить в общем, они, конечно же, эффективны, но, опять же, нужно от общего к конкретной ситуации переходить, конкретно говорить о какой-либо частной вакцине и уже практически, то есть, возможно, нюанс вот, у каждой вакцины. Друзья, я высылаю вам, вышлю вам с записью этой лекции PDF-файл. Также вы получите табличку с инфекционными заболеваниями и клиническими признаками, характеризующими каждое вирусное инфекционное заболевание. И что ж, мы встретимся в следующий раз в понедельник в 10 часов. А на сегодня мы заканчиваем. У вас, я надеюсь, есть мои email и вопросы, которые у вас, может быть, сейчас еще не, как бы не назрели, но возникнут, присылайте на email. Это предпочтительно, так как, как бы, когда есть материал, который нужно пройти, у нас обычно, как бы, мне не хотелось бы отвлекаться. Лучше присылайте на почту. Спасибо вам за то, что вы были с нами сегодня. Поставьте по 10-бальной шкале, насколько было полезно, интересно. Спасибо вам, да, спасибо за вашу высокую оценку. Мне это важно. Опять напоминаю, что дело в том, что каждая болезнь – это целая, это огромный пласт. То есть можно говорить много и о самом патогене, и как проявляется, и очень-очень много всяких нюансов. Но поскольку у нас материал, как бы время ограничено, то, что мне как бы хочется вам не слишком долго какой-то вот такой сублимацию самой важной информации дать. Да, конечно, напишу вам в чат свой мейл. Почему-то в прошлый раз не было его видно. Сейчас я напишу. 217. Секундочку, вот я уже почти. Пишите мне на имя. Ой, говорит, у меня тут мешается. Так, вот мой мейл. Спасибо вам, что вы были на сегодняшнем занятии. И до следующей встречи, друзья. Спасибо. Тибор? Так, сейчас я выхожу из программки. Я закончила, Тибор. Спасибо за помощь в сегодняшней лекции. Можно, мы завершили сегодняшнее занятие. Спасибо.